Расскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея создания форума? Ну, идея создания пришла с того момента, как в Сочи состоялся первый форум «Россия-Африка» в 2019 году, и мы увидели то, что на нем был представлен широкий спектр вопросов, но не было представлено никак молодежная тематика. Естественно, очень важно именно общаться с молодежью, особенно в том, что касается африканских стран, так как все-таки во многих африканских странах средний уровень продолжительности жизни там 45-50 лет, и вообще молодого населения гораздо больше. И эти люди, они потом будут приходить к власти, заводить свой бизнес, развиваться, двигать свою страну вперед. И диалог с ними нужно выстраивать на начальном этапе, как показалось мне. И как ты видишь, что идея получила большой отклик, и много людей пришло в конференц-зал, чтобы как раз этим и заниматься. И люди из Африки прилетели сюда, тоже откликнувшись на наш призыв из МГИМО. Как долго вы готовились к форуму? Я слышала, что это заняло почти год. Ну, на самом деле, даже больше года, да, потому что идея эта пришла, я говорю, в 2019 году, сейчас у нас 2021 год, вот, поэтому готовили мы достаточно давно. Правда, изначально нас там было, ну, человек 15 в команде, сейчас это огромная система, это студенческий секретариат, который состоит из 34 человек, это огромная команда волонтерская, это огромный программный комитет, который возглавляет Евгений Александрович Примаков, это представительство в африканских странах, где работают сотрудники. В общем, у нас сейчас очень большой аппарат, и будем стараться добиваться успехов. Вы организовываете это все, но вы сами еще студенты, не сложно? Ну, естественно, сложно. И тут мы, конечно, полагаемся на поддержку наших основных партнеров. Это Министерство иностранных дел, Россотрудничество. И без их помощи у нас навряд ли бы получилось столь масштабное мероприятие, так как Россотрудничество помогло нам с африканцами, которых они привезли для участия в нашем форуме. Многие сотрудники Министерства иностранных дел приняли самое непосредственное участие и в организации, и на самом форуме. Вот. И также помогли нам с переездом африканцев из тех стран, которые сейчас находится в черном листе и как бы, ну, из-за ковида. Расскажи про перспективы развития форума. Перспективы развития форума, они очень важны, потому что мы это обсуждали уже на этапе создания этого форума. Изначально уже планировалось, что форум будет не один, что будет второй форум, потом третий форум. Когда обсуждался вопрос о продолжении проведения этих форумов, мы думали проводить их каждые 2 года. Но за эти 2 дня, которые сейчас были, и администрация МГИМО, и представители Министерства иностранных дел Российской Федерации выступили за более частое проведение нашего форума, и поэтому сейчас планируется, что форум будет проводиться ежегодно. Будут ли как-то применяться идеи, которые высказали участники форума для развития официальных отношений России и Африки? Да, безусловно, будут, потому что по итогам нашего форума была подписана итоговая резолюция, где были прописаны все предложения от африканских студентов, от российских студентов и от нашего студенческого секретариата. И все эти предложения будут переданы в наши официальные структуры. Мы надеемся, они дойдут также и до африканских официальных структур. И, я думаю, они их рассмотрят. И на форуме партнерства «Россия-Африка-2022» я надеюсь, что будут обсуждены те вопросы, которые мы поставили, и ответы на которые мы попытались найти. Скажите, пожалуйста, чего вы ожидаете от сегодняшнего форума и в чем важность подобных мероприятий? Ну, как мне представляется, такого рода мероприятия, организованные по студенческой инициативе, являются очень важным элементом выстраивания ткани наших отношений с Африкой, поскольку, во-первых, мобилизуют молодые пытливые умы на поиск новых нестандартных и свежих решений, способствовавших бы укреплению, углублению нашего взаимодействия с этим замечательным континентом, устремленным в будущее. А во-вторых, позволяют нам, практикующим дипломатам, присмотреться к тем, кто мог бы после нас подхватить то самое знамя борьбы за дружбу и взаимопонимание с Африкой. В целом, эта инициатива вписывается в нашу стратегию на всемирное развитие российско-африканских связей, и большой импульс которому дал исторический саммит «Россия-Африка» в Сочи в 2019 году. Теперь мы готовимся ко второму саммиту и считаем, что студенческий форум «Россия-Африка. Что дальше?» является одним из важных элементов молодежного измерения нашего сотрудничества с Африкой и нашей политики в отношении этого государства, этого континента.
И можно маленький последний вопрос? Сегодняшний день, он скорее про политику или про выстраивание дружеских отношений? Мне кажется, что круглые столы посвящены отдельным аспектам нашего взаимодействия с Африкой. Здесь и политика, и дружба, и экономика. Широкий охват тем очень импонирует. Молодцы ребята, что придумали именно такую программу для своего форума. Я думаю, что нельзя разделять дружбу, политику и дружбу. Наша политика как раз нацелена на то, чтобы укреплять дружбу. Конечно. Ну а все остальные моменты мы обсудим уже в процессе сегодняшних дискуссий. It's really nice to meet you. Can you please tell us what are you expecting from today's forum? Expecting to learn a lot about the economy and just literally exchange ideas. It gives opportunity for young people to express their opinion about the different problematics that exist in their continent and their countries. And as you might know, this forum is organized by MGIMO students. Yeah. Do you think it's a good idea for students to organize such events, or do you think it's better to leave it for professionals? I think it's very important for the youths to take up their place, so it's very important and it's very encouraging that this was organized by the youths, so big up to this. It's an amazing experience, students doing this, and maybe it's a reason for other universities, special readers of university student associations. From GIMO University, I can just say high five to them. It's a great experience for students to organize some kind of big events like this. Okay. On this matter, I will say that sometimes it's much better to give the opportunities to those we expect the most. The professionals will want to make it look so extraordinary, right? But I can say this is the best forum that I've been having the chance and the opportunity to participate. I was so shocked to understand and to get the information that it was organized by young people. Okay, so you did enjoy the forum? Oh yes, I did, and I would like for this to be each and every year. Okay, and in your point of view, which subject, which question was the most important during this forum? It was the fact, 2 points marked this forum for me. The first one is the ability that Russia has get the initiative of doing this forum, because we wanted to know exactly what is happening with the Russian, what are their intention towards Africa. And the second point was 2 days on the round table with the women. We can see that we share a lot about the aspect of problematic with women, and on that matter there were a lot of solutions that were mentioned into the round table. Okay, and the last question. Okay. The forum, is it more about politics or about building a friendship? This forum particularly, it was not political. At the beginning I had the impression from the first day, I mean yesterday, I thought it was going to be political, it's like blah 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 and nothing changed. But through the days and today and to what I've learned from the Russian organization, I believe that there is a point of initiative. And but still, I will just be like Thomas, I will always wait for the solution, but I believe it wasn't political. I think the Russian young people, Russian government are willing to get into partnership with Africa. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про ваши впечатления от форума. Но на самом деле это очень масштабный проект, тем более впечатляет, что это действительно студенческий проект, студенческая инициатива, когда впервые МГИМО проходит форум «Россия-Африка», а тем более затрагивается столько интересных и актуальных проблем международного сотрудничества между Россией и африканским континентом. Как бы вы сказали, сегодняшний день, он больше про политику или скорее про выстраивание дружеских отношений? Сегодняшний день про наше сотрудничество, про дружбу и, конечно же, про решение всех глобальных проблем, особенно, конечно же, в рамках нашего круглого стола, который сегодня прошел по поводу экологических проблем Африки. Мы затронули насущные проблемы, связанные с экологией, и, конечно же, я думаю, мы
зародили такой фундамент для того, чтобы внутри МГИМО эти проблемы нашли путь своего решения. И я уверена, что в дальнейшем наши участники будут работать в направлении решения экологических проблем континента. Спасибо вам большое.